Друзья, посмотрите, какой мальчик. Посмотрите, какой плюшевый мальчик. Какой красивый. Да? Разбирайте малышей. Пусть ваше сердечко дрогнет. Посмотрите, какой сладенький. Лапочки сложил. Ждет свою маму, папу. Да? Скоро зима. Их некуда деть. Совершенно некуда. Даже в зиму. В вольере им холодно будет. Они еще совсем крошечки. Со дня на день похолодает. Как они будут, я не знаю. А пока они здоровенькие, веселенькие, аппетит хороший. Разбирайте, друзья. Никуда их на землю не выпускаю, только на руках, руки мою. Чтоб не занести никакую заразу, ничего. Только в вольере, посуда вся новая. Если вынесла поснимать, то только на руках. На землю даже не опускаю их. Им около месяца. Максимум месяц и несколько дней. Еще иммунитет от мамы крепкий. Будет прекрасно, если вы их разберете сейчас. Две девочки и один мальчик. Ё-моё! Вот это да! Это откуда эти деточки? Ой-ой-ой, вы представляете, на хозяйстве у нас. Это вообще приехали набирать на тракторе зерно. Ой, вы посмотрите, какие. Ой-ой-ой. Гляньте, это они тут в мешке, что ли? Я вообще что-то не пойму. А здесь белая собака, ты видел, чья это? Она все время здесь бегала. Ну а что, подкинули? И они спрятались в мешок. А мне сегодня голос показался. Я думаю, что откуда голос чей-то? Ай-яй. Ну вылазьте. Ребята, пошлите знакомиться. Блянь, какие маленькие такие. Гавкают уже. Это ж надо. Ой-ой. Не, ну все-таки я не знаю. И как они тут вообще жили? Когда я тут вот последний раз мы здесь были? Обалдеть. Ну вылазьте, ладно. Доставай. Девочка. Ой. Ой, глянь, какая, какая маленькая, да? Ой, эти божечки, худорба, вы посмотрите, одни косточки. Ой, а это глянь, какая, какая холёсенькая. Ой, 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 ой. Как котята, вы не представляете, какие они манюнечки. А уже глаза не голубые, значит, им уже больше месяца. Это ваши? Здрасте, да.